Да, не райский, да. Нет, это не райский сад. Ага, да, может быть. Что Аня тут увидела? Я увидела, что ее очень хорошо смотреть вот отсюда. Да, настолько сейчас еще за дверь выйдет. Сразу проявляется силуэты вот этих деревьев, отражений. А там немножко все сливается, но они очень живописные. Замечательные совершенно мозаики. И даже как бы тут не типичный мозаичный ход, такой не типичная мозаичная кладка, но они очень живописные. Мне очень нравится. Ань, ну скажешь два слова, ничего не скажешь. Про выставку. Я сказала уже. Уже сказал два слова. Ну ладно. Мне всегда так интересно. Может быть, вы тогда скажете что-то. Мне всегда интересно, как профессиональные художники могут заниматься анализом увиденного и вытащить то, что обывателю не всегда видно. Но вы же не обыватель, у вас же сайт мозаики, да, нет, или нет, как? Нет, я самостоящий обыватель. Самостоящий обыватель, но это же прекрасно. Вот, и... Они все художники, а вы настоящий обыватель. И всегда интересно взглянуть на работу глазами профессионала. Но, может, они не профессионалы, сами себя хвалят. Ну, как же так? А вы знаете, когда есть свое лицо,